Так что лоси ебаные. Ладно. Так, еще. Как настоящий студент, а есть пиво? Я не пью пиво, но я готов. Поднимите руку, кто в университете учится. Смотрите, у меня университет — это полное говно, короче. Я очень сожалею, что я сразу не стал музыкантом, не стал зарабатывать миллионы, миллиарды. Поэтому вместе с нами все. Вот такая программа. Универ! Пошел нахуй! Универ! И чтобы вы не подумали, что я дискредитирую систему российского образования, эта хуйня относится исключительно к сериалу ебаного патента. Невозможно дискредитировать то, чего нет. Да, да. 40-летний Майкл. Давайте, эта песня для Майкла будет из «Универа». И закончилась лайсессия, и мечта моя, и депрессия, чтобы ее убить. Здесь мир огранит, теперь курить под хмурью грязь. Ну что, дамы и господа, сегодня на корпоративе «Голубого огонька» в Москве для вас выступает Давид Джиэс-Фиди и Руслан Грязев. Бега! Руки вверх! Пацаны, накидание кедры. Ну-ка вместе, ну-ка с вами руки все подняли.